День номер 869. Продолжаю кормить чайку, чтобы завоевать ее доверие. Сегодня какой-то дождливый день. И это очень огорчает Стивена. Я сейчас заплачу. Но, с другой стороны, я знаю, как его подбодрить. Не дразни меня. Немного жирного вкусного лосося. Я уже чувствую его вкус. Заходи внутрь. Присаживайся. Шеф сейчас все приготовит. Еще один, пожалуйста. Еще? А места у тебя там хватит? Возможно. Если я сделаю пару растяжек. Будь осторожен, Стивен. Нет. Нужно все хорошенько сжать. Может быть, оставим на ужин? Хорошая попытка. Я чуть не сломал ребро. Не могу поверить, что он повелся. Пойду махну лосося сам. Смотри, не подавись. Я вернусь позже со своим ружьем. Озвучил, говорит Макс.